Мы привыкли считать, что лежанки чаще всего необходимы собакам, а кошка всегда найдет уютное местечко для отдыха и сна. Однако не все так просто. Во-первых, не будем забывать о Линке. Если кошка часто лежит на диване, вряд ли вы отважитесь сесть на него в новой юбке без предварительной тщательной чистки. Во-вторых, далеко не всем хозяевам по душе, когда питомец растягивается на их любимой подушке. В-третьих, не забывайте о здоровье своих любимцев. Кошки обожают спать на подоконниках, а также шкафах и холодильниках, и подчас их тяжело уберечь от сквозняка. Сон на холодной поверхности провоцирует простудные заболевания, которые без своевременного вмешательства приводят к серьезным осложнениям. И лежанки в этом случае идеальное решение проблемы. Мягкие и удобные, они не только становятся любимым местом отдыха четвероногих друзей, но и обеспечивают надежную защиту от холода и сквозняков. Как выбрать подходящую лежанку для кошки? В современных зоомагазинах представлен широкий ассортимент лежанок различных размеров, форм и расцветок, на любой вкус. По сути, большинство лежанок универсальны, они подходят как для собак, так и для кошек. При выборе модели стоит руководствоваться следующими параметрами: качество материала и швов. От качества материала и швов зависит долговечность лежанки, то, насколько она будет удобной для вашего питомца и как легко будет чиститься. Допустимость машинной стирки. Конечно, лежанку необходимо поддерживать в чистоте. И делать это гораздо удобнее, если лежанка пригодна для машинной стирки. Далеко не все модели можно стирать в машинке, а значит, вам придется чистить их вручную. Перед совершением покупки обратите внимание на этот пункт. Размер лежанки. Зоомагазины представляют лежанки различных размеров, и выбирать следует ту модель, на которой ваша кошка сможет растянуться в полный рост. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.